Здравствуйте, меня зовут Данила Коновалов. Мне 6 лет. Когда день рождения? День рождения. Ну, рассказывай, как ты живешь? Что любишь делать, чем увлекаешься? Расскажи. Я увлекаюсь эгом, динозаврами, драконами. А еще я люблю птиц. Да. Я даже им где-то в деревне орешник делаю. Вот. И еще я еще хотела кормушку. И мне, вот мне дедушка, он мне принес подарок в деревне. Кормушку. Вот. И ты кормишь птиц? Да. Угу. Я даже еще там у меня птички делаются. И поэтому мама встала, ответила подальше от кормушки, чтобы синичек. Могли его клевать. Вот так вот. Ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Не знаю, пока еще не продала. Ну, времени достаточно. Ты стихи знаешь? Да. Давай, расскажи. Миллионы лет у цветов растут шипы. Миллионы лет барашки все-таки едят цветы. Да разве это не важно, что цветы и барашки воюют друг с другом? А если я знаю, единственный в мире цветок, он растет только на моей планете, и другого такого больше нигде нет. А маленький барашек в одно прекрасное утро возьмет и съест его, и даже не будет знать, что он натворил. Это как если бы все звезды разом погасли, и это, по-твоему, не важно? Кто автор-то? Не помню. Не помнишь? А называется как? Маленький кусочек из моего принца. А песни поешь? Да. Давай. Осени погодушка, тополь пожелтел, вдруг на ветке скворушка песенку запел, ветка чуть качается, дождик не кончается, с нами старый скворушка до весны прощается. Путь дорогу дальнюю скворушки песенку прощальную, как ему не спит. Ветка чуть качается, дождик не кончается. С нами старый скворушка до весны прощается. Молодец. Очень хорошо. Где ты, солнце? Достаточно, молодец, очень хорошо, прекрасно просто, да? Что ты еще расскажешь интересного про свою жизнь? Ну, у тебя братья и сестры есть? Нет, сестра, то есть братик. Ему 10 лет, а мне 6. Угу. А он уже учится в школе. Угу. Интересно. Здорово. Значит, ты в школу пойдешь в следующем году? Да. А читать ты уже умеешь? Да. Да? По слогам? Прям буквы знаешь? Да, все. Молодец. Я даже читать книжку могу. Очень хорошо. И это прекрасно. Я с мамой читала. Здорово. Стихи там. Спасибо тебе большое. Сказали мальчикам, вот моя мама тоже не помнит. Короче, из детского дома. И потом его забрали родители. И он очень любил своих ребятки. А кого в Романовых ты играл? Царевича Николая. У тебя прям там был текст? Да. Какой? Нет, не был текст. Я там только рисовал. Рисовал? Да. Так, а где был текст? Какая тебе из сыгранных тобой ролей больше запомнилась? Вот что тебе было самое интересное? Я играл Игорька. Кого? Игорька. Игорька? Да. Где? Не помню. В
Короткометражный? Ты? Не помню. Не помнишь. Ну, что ты запомнилась? Вот какую-нибудь роль помнишь? Какой? Ну, да. Какой? Там, где, например, там, где игрок сначала медленно идет. Так. Дает свою маму и бежит к ней. Ага. То есть ускоряется у него скорость. Скорость ускоряется. Ага. И что говорит? Не помню. Кажется, кричит мама. Мама кричит. Ну да, короче. Однажды роскошно одета, по полю гуляла конфета. На ней был хорошенький фантик и белый с ромашками и бантик. На ней было платье с горошком, и день был ужасно хороший. Стояло волшебное лето, сияло от счастья конфета. И вдруг вышли злобные люди с большими большими губами. Ужасные гадкие люди с кривыми и злыми зубами. Огромные дядьки и тетки. Их нехорошие дети, увидев малютку в обертке, они потянулись к конфете. Какая нелепая шутка! Она закричала сердито. Беги же, скорее, малютка, ведь это убийцы, бандиты! Никто не придет к ней на помощь. Конфета бежит от чудовищ, дрожит ее маленький фантик и бел с ромашками бантик. Как трудно живется на свете хорошенькой, милой конфете. И ей хочется жить в безопасности и верить лишь в добрые сказки.